Всем привет, с вами снова я, Иван Сусонин. Мы продолжаем игру Теслаград, и я немножко вернулся назад, туда, где я не собрал еще своих запчастей, своих карт, своих картинок. И я думаю, что сегодня... вот где они находятся, картинки-то? Картинки, вы где? А вот. Картинки, которые не собрал, я буду сегодня собирать. Сейчас посмотрим, как я здесь смогу. Ай! Эх, упал. Прекрати-то, ёлки. Упал, куда упал? Ну зачем упал? Я как-то тут. А, вот сюда вот. Вот, наверх. Поверху пройдем. А тут боюсь, что не пройти. А если я сделаю красным цветом, это что? Нет? Нет. А подожди, откуда я пришел? Я пришел вот отсюда. Мне нужно вон туда наверх. Сейчас попробуем собрать эту первую частичку свою. Так, тут по всей вероятности надо как-то туда перебираться. Вот так вот. А тут как? А вон, с разбегу. Иди сюда, мне не видно. Ох. Собрал? А, тут надо еще перепрыгнуть как-то. Не вижу, как тут, что тут. Собрал. Это что за картинка была? Давайте проверим. Так, это была картинка вот этого, да? Хм. Интересная картинка. Так, здесь, наверное, больше нету картинок, да? А мне хотелось еще сходить вон туда, вон назад. Потому что назад, где проход был, где-то наверху должно быть. Где-то должен быть... Ай, еще вход один. Сейчас попробуем туда добраться. Так, вот здесь как залазить? Подскажите. Так, наверх. Наверх я... О-хо-хо-хо-хо. Вон там поверху можно пройти. Давайте сейчас попробуем вон там вон поверху пройти и вернуться назад. Вот она, кстати, вот эта вот еще картинка одна была тут. Как раз я сюда и пришел. А вот надо убить сначала вот этих вот... вот этих вот... существ. Надо, короче, наверх запрыгнуть и... задавить их. Так. Самостоятельно это тоже этим могу заняться. Вот так вот. Теперь у меня уже легче это все получается. Вот и все. Раздавил. А теперь я... так. Теперь я просто вот так вот вниз спущусь, наверное, да, получается. И вот здесь вот легко, используя силы притяжения. Во-во-во-во-во. Не может лететь, блин, не может лететь. Давайте по-другому немножечко. Так, здесь надо наверх залезть, да? Получается. Сейчас залезем наверх. Оп. Ай. Вот так вот. Так, а если я пересделаю? Нормально вот так вот будет? По-моему, нормально. Сейчас попробую подлететь. А, меня вниз, наоборот, стягивает. Во, все, собрал. Собрал шестую картинку. Шестая картинка. Интересно, вот как можно нажать на эти вот картинки, чтобы посмотреть более подробную детальную информацию про них, а? Можно ли это сделать как-нибудь или нет? А, во как. Они по три, короче, по три картинки. Первая идет война. Вторая картинка идет чудовище. Тройка. Потом идет это медицина, да, получается. Это, о, тоже не видел. Это ученые типа что-то делают. Потом и вот это уже в конце уже счастье, счастливое дерево. Видите, вот наверху такая подковка нарисована. Счастье в конце.
Дойдем до этого счастья. Ну, я думаю, что все здесь, по-моему, у меня уже не оставалось нигде больше вот этих вот карт, этих картинок. Значит, идем к дереву, проходим по тому этапу, где мы второго чудовища убивали, и возвращаемся в продолжение своей игры. Ну что, давайте экспериментировать здесь, это уже другой уровень. На этом уровне я как бы еще не шибко экспериментировал, но можно попробовать. Так, сюда мы все равно не пройдем. А, тут, наверное, прохода нету просто. Ну вот здесь-то есть проход. Вот сюда вот. Давайте. Так. Что вам вот что сделать? Вот так вот, да? Проход зафигачим. И выйдем в новый свой мир. Так, вот здесь я не бывал. О! Я нашел еще одну. Так. А тут прохода-то нету, похоже. Тут, короче, спускаться вот так вот. Не знаю, зачем вот эта кнопочка нужна, а? Вот, нажал какую-то кнопочку. Чтобы электро убрать. Так, что я опять нашел за картинку? Картинка. Просто интересно. О, танк. Инструменты. Значит, это не медицина и инженерия, да, получается? Ладно, хорошо. Нашел еще одну картинку. Это интересно. Теперь идем дальше. Здесь по низу я проходил. Может быть, поднемся на самый верх. Как бы вроде бы получится. Оу. Так, здесь я, по-моему, бывал, да? Что-то у меня падает. Вот так вот. Вверх. Вот сюда вот. Так, здесь. О! Еще. Давайте театральный построим. Посмотрим. Представление. Новое. И опять война. А, ну я такое видел же уже, да, похоже. Это подковка, это, похоже, наши, да? Они планируют нападение на врага. Ну вот этот маг, похоже, против. Вернулся давно от них. Всех убили. О, король всех потерял врагов. О, врагов своих воинов. Ух ты. Нифига себе башня. С понурой головой идет назад. Ну, как бы не совсем понятно, что это все означало. Так, ладно. Если я вот эти вот уберу. Вот, убрал. И чё? Ух ты. Так. Давай пока пройдем. Вот так вот попробуем. О, я нашел еще одну картинку. Класс. 35-я. Тоже это в конце уже, когда счастье наступило. Так, а если... Блин, а для чего тогда вот эти вот штуки нужны были? Ну-ка, давайте посмотрим, еще раз проверим. Просто мне интересно. Вот если я сейчас... Подожди, вот так вот. О. И вот здесь вот так вот. Для чего они, блин, нужны здесь? Давайте сходим туда, проверим. Просто, может быть, тоже какая-нибудь картинка будет. Чем больше картинок насобираем, тем лучше. А, с этой стороны, наверное, сюда не забраться. Давайте попробуем с этой стороны залезть. Нет, похоже... Ага, с этой стороны... Там что-то есть, видимо, да? Нет? Не знаю, для чего вот эти вот нужны.
Так, давайте вот тогда еще раз попробуем подлезть туда. Ну вот, да, они их не столкнешь. Хорошо, все понятно. Значит, я не зря убрал эти штуки. Отлично. Значит, все правильно. Возвращаемся назад и идем дальше. Нас ждет еще много очень интересных приключений. Так, а с той стороны? С той стороны у нас идет дерево, да, получается? Ну-ка. Так, а в каком я направлении-то нахожусь? Не совсем понятно. Так, дерево вот тут вот, да? Вот как раз у подножья. У подножья. Вон там он, да? Ну что, получается, лезем вверх. Лезем вверх. Давайте еще выше. Ух ты, куда еще выше-то? Вау. Вот это лифт. Вот это лифт. Блин, нифига себе высота. Это я наверх башни, похоже, залазю, да? Вот сюда вот. Так, с этой стороны. Сюда или в ту сторону сходить, а лучше? Как вы думаете? Давайте вот сюда сходим. Так. Открылось. Угу. Здесь я, по-моему, бывал даже. Ой, ой, ой. Блин. Шо ж я так не продумал это сделал? А там внизу что? Подожди. Внизу ничего нету. Так, тут надо, короче, знаете, что сделать? Вот так вот. Вот так вот. Так, а дальше? Меня отталкивает. Так, что-то непонятно. Что же мы можем сделать здесь? Интересная сложность. А если вниз упаду? Ух ты! Я же здесь был. Точно, я здесь был. Помню. Переключение не вовремя сработало. Значит, может, не посюда пролазить надо это, а через дерево. Так, через дерево у нас идти по низу. Ну, давайте пойдем по низу. Тем более я там проходил. Вот интересно то, что прикольно. То, что я в тех местах, в которых уже был, даже боссов, которые проходил, уже могу бывать снова. Давайте сейчас опять появимся там. Я вам это пока продемонстрирую. Оу, не ту, я не ту. Вот в эту сторону надо. Вот так вот. Вот так вот. Вот. А, меня наоборот притягивает вниз. Вот, на куполе был босс. Там он. Вон там наверху. Я вообще легко могу сейчас к этому боссу вернуться. На то место. Но босса там уже не будет, да? Вон он, видите, мертвый. Я лазил на этот... В место, где был тот экскаватор, вы помните, да? Мы с вами там тоже... По-моему, я проходил этот путь. Оп. Да, это же я проходил уже. О-о-о-о! Ладно, тогда вернемся назад. Ладно, здесь ничего не вышло. Давайте пойдем в другую сторону. Там будет. Вот тут вот с этой стороны. Вот посмотрим. А, открывается? Да, открывается. Ух ты. Тут что-то вообще страшное творится. Я не знаю, как с этим бороться. Офигеть, смотрите, сколько электричества. Вот это да! Круто, прикольно. Как-то медленно она двигается, да? Вверх посмотрим, вниз посмотрим. Так,
Если мы хотим, чтобы нас притянуло, нам нужно использовать синюю. То есть прыгать и синюю использовать, чтобы нас притянуло. А как дальше там что делать, я не знаю. Или не синюю. Он от себя идет, так что я даже не знаю. Давайте попробуем. А, нет, надо не синюю, надо красную использовать. Давайте красную попробуем использовать. Он притянет, наверное. Наверное. А, надо было попозже, чуть-чуть. Так, подождем немножко. Не будем торопиться такие с этим делом. Ой, забыл. Забыл включить нашу шапку-невидимку, блин. Давай. И... Нет, не притягивает почему-то. Так, что-то не то. Может быть, надо какое-то расстояние преодолеть, чтобы... Не совсем понятно. О, да, притягивает. Но, блин, не успел. Короче, надо синим. Но как-то попадать так, чтобы он затянул тебя. Блин, чуть повыше, понизу. Сейчас попробуем, сейчас мы сделаем это. Все равно получится у нас все. Ну, блин, такие эксперименты интересные, а. Вот чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Дзуд-дзуд. Самую малость. Притянет. Так. Как же рассчитывать то, чтобы она притянула, блин? Чуть пониже должна быть или перпендикулярно? Давайте перпендикулярно. Эх, чуть-чуть не хватило. Опять. Эх. Может быть, чуть пониже подождать, когда он перейдет уже этот порог. Эх, не получается что-то. Не знаю. И дальше? А дальше как перепрыгивать? Ну, я тут-то понимаю, да? Тут-то надо вот так вот, как бы проскакивать. Так, держись, парень. А тут надо как-то прыгать. Вот так вот, да, я сделал это. Круто, но было сложно. Так, я нашел еще один проход. Там наверху непонятно, что вот это. Ух ты. Это что такое? Мусор какой-то, прикольно. Даже мусор есть. Ух ты, а тут закрыто все. Круто сделано, на самом деле. Вот тут тоже мусор есть. Смотри. Нет? Нет. Это мусор сверху. Так, а вот тут вот я могу подпрыгнуть как-то? Нет. Ладно. Ух ты! А тут закрыто, блин. Тут что-то надо делать. Знать бы еще что делать, да? Так. А прохода-то нет? Нафиг. В темноте вообще ничего не видно. Тут надо что-то с собой таскать, что ли? Я что-то не знаю. Не совсем понятно. Что-то с собой принести. Прохода здесь нету. А, нет. Не проскакивает. Так, интересно, что с собой можно... Я тут никак не пройду больше. Секретный потайной вход. Интересно. А как и что тут нужно делать? Может быть... Нет. Так, давайте еще раз. Выйдем и посмотрим. Так. Вот он. Мусор вот этот. Я не знаю, может быть, из этого мусора что-то... А, воу. Круто. Прикольно. Офигеть! Проломил проход. Блин, вот это реализация игры. Круто вообще.
Это надо перепрыгивать, мне кажется. У меня такое ощущение. Насколько, не знаю, насколько это так. Но мне кажется, это... Ай! Да-да-да, точно, видите? Это нужно пере... И что, опять с самого начала? Опять вот эти вот все частички надо... Да, точно. Так. Хорошо, тогда будем что-то делать. Будем проходить этот уровень. Как-то. Он встал там. Вообще не в тему, да? Ух, преодолел. А дальше-то что? Он мне проход закрыл нафиг. Я не знаю, как... Что дальше-то делать? Он мне проход закрыл весь. Нет, что-то не то. Так. Она улетела штука. Может быть, надо как-то быстрее было его, что ли, бежать? Вот так вот надо быстрее! О, я успел! Я успел! Вау! Похоже, что-то это нехорошо. И главарь у нас будет типа такого, наверное. Ух ты, а тут лава. Переплавка. Интересная штука, блин. С той стороны прохода нету. Значит, пойдем в эту сторону, да, получается? Точно нету прохода. Ух, там лава. Ух, чуть не упал. Так, здесь тоже примерно становится интересно, что это все значит. Что нас ждет сейчас впереди? Так, и как... Вот этот участок преодолевать. Нет, я тону. Значит, что-то тут надо делать другое. Интересно, что же тут делать-то? Как же... Ух ты, а что-то меня отбрасывает назад. Что случилось-то? Тихо. Нет, не отбрасывает. Так, еще какой-то секрет. Вот что вот с этим секретом делать? Знать бы тоже, да? Айс, синий. Вау. А-а-а, все понятно. Все, я понял. Я понял, не сразу, но понял. Чтоб вот эта вот штука отталкивала меня. Вот так вот. Пролетаем. Вот и все, перелетели. Так, здесь у нас проход как-то дальше. Лава. Ух! А сквозь лаву можно, нет? Вот что интересно. Да, я... О, робот! Робот! Ага, робот, который... И чё это он делает? Я не понимаю, что он делает. Так. Пропусти меня! Пропусти меня! Вот так вот. Так, ну вот тут вот мы забрались наверх. И что это мне дает? Ничегошеньки это мне не дает. Ага. Вон там он... закрывашка. Непонятно, нифига не понятно. Для чего эта штука нужна? Так, если наверх посмотреть. О! Я нашел кое-что. Я кое-что нашел. Ай-яй-яй. Как же туда забраться-то? Так, надо как-то вот этот переключатель. Переключить. Похоже, да, получается? Так, давайте будем думать, что мы можем тут сделать. Как нам нужно сделать так, чтобы собрать вон тот вон свиточек. Так. Задумки. Даже нету никаких задумок. Короче, он вот подлетает. Надо, короче, искать где-то... А с этой стороны-то нету их, что ли? Вон с той стороны они же были там.
Они куда-то ушли. Вот только что вот тут было. А, все ясно. Короче, надо сейчас, знаете, что делать? Методом дедукции, блин. Нужно сейчас вот этого парня. Вот так вот. Так, он прошел. Дальше бежим. А как дальше? А, надо успеть. А как? Соображалка у тебя плохо работает, робот. Ты бы отошел отсюда, а, робот. Так, ну вот этот, он вот этого вот потопнет сейчас. Что он сейчас делает? Ничего он сейчас не сделает, нафиг. Дурень робот, надо сверху его фигачить. Ну, довольно сложно тут решить, конечно, что нужно делать. Давай обгоним его. Обгоним, 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 обгоним. А, быстрее, быстрее. Успел. Так, а дальше? А, ёлки-палки. Ну, короче, я понял примерно, как это все делать. Интересная штука. Интересно, интересно. Сейчас мы его отсюда туда заведем. Ох. Короче, вот этого робота он сейчас туда. О, смотри, он что делает. Это мозг. Иди дальше, иди, иди, иди дальше, иди дальше. Застрял. Застрял. А, зачем ты упал? Ух, не успел я добраться. Ладно, давайте еще раз попробуем. Сейчас уже методом другим немножко. Чуть-чуть. Хм. Подождем, когда придет следующий. Ну, только так мы будем сейчас разбираться с ними со всеми. Так, надо включить. Давай-давай-давай, иди дальше, иди-иди-иди-иди. Иди-иди дальше. Вот так вот. Что-то не то сделал. Короче, надо было с этим роботом что-то тоже делать. Получается, да? Давайте попробуем этого робота тоже. Тогда. Уходи, уходи отсюда. Ты свое дело сделал максимально эффективно. Так, здесь нужно сейчас вот этого мозг. Так, давай, 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 иди. Вот тут надо как-то сделать так, чтобы он успел перебраться. Ну давай в мозг, падай в мозг, 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 в мозг падай. Блин, промазал мозг, к сожалению, почему-то промазал. Эх. Надо было его подтолкнуть, наверное. Я не знаю, как. Сейчас посмотрим. Сейчас проверим. Все равно что-то тут надо сделать правильней. Что я не сделал? Соображает. И куда он пошел? Эй, робот, ты куда пошел? Прикинь, он куда-то пошел. Ха, это тот робот, которого я... Короче, он мне проход, похоже, сделал. А, да-да-да. И сейчас он тут застрянет. Точно. То есть я бы не мог пройти, наверное, получается, если бы этот робот тут не встал. Но мне как-то надо взять вот эту штуку. Блин, как же ее взять-то? Эй, ты чё? Ты чё? Ты чё? Эй, робот! Ты куда пошел? Пугает только.
Так, ладно. Давайте дальше. А, все, да? И значит, мне вот этот вот... переключился, смотрите, переключился. Он был красный, стал синий. Как пробовать это все сделать, я не знаю. Так, сейчас попробуем. Что-нибудь придумаем. Не знаю, не знаю. Как это все сделать? Вот там поверху попробовать перепрыгнуть. Мне кажется, да. Эх. Сейчас я попробую сюда запрыгнуть. Так, тут надо, короче, включать вот этот и красный, да, получается? Нет. Что-то не то. Ну, давайте попробуем по-другому. У меня что-то не получается. Как бы снять, может быть, попозже это все получится. Так, вот это вот. Как вот с этим вот бороться? Что-то переключить, что ли? Ой, чуть не упал. Вот сюда вот вниз я спущусь. Переключил. Ох, переключил. Ну и закрыл, и чё? И чё мне это даст? Что я ее закрыл? Даже не представляю, что мне это даст. Так, попробуем сейчас вот сюда вот пройти. Вот. Опа, подумаем. Даст ли это мне что-нибудь? Так, этот переключился опять на красный. На красный переключился. То есть... ничего это мне не дало нафиг, на самом деле. Так вот, сейчас переберемся сюда. Вот. Жди. Понятно, что тут происходит. Оно не бить, ничего не может. Вау, отталкивает. Ладно, короче, я передумал. Я, короче, пока не пойду туда. Пускай он... То есть, не буду пока собирать эту картинку. Просто запомним, что здесь у нас внизу есть картинка, по которой мы сможем с вами обязательно появиться. Сейчас у нас как бы тут есть проход, и мы, значит, в него, наверное, и спустимся. Вот. А уже в следующей серии мы дальше продолжим. Какие-то шумы, слышите? Это мы уже знаем уже в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Надеюсь, серия вам понравилась. Всем вам пока!